Ивановский флористический клуб «Икебана» отмечает 25-летний юбилей. В честь праздника члены клуба подготовили выставку цветочных композиций, новых и тех, что уже были удостоены внимания посетителей различных вернисажей. Начиная с 1988 года, мастерицы по крупицам собирали информацию по аранжировке цветов и обменивались опытом. Наши женщины, конечно, владеют и европейскими стилями, и японским стилем, и современные авангардными направлениями. То есть за все эти годы клуб накопил достаточный опыт и умения. Вот. Самое главное, в каждой работе, в каждой композиции видна душа автора. Сейчас в клубе занимаются 15 человек. В основном это женщины старшего возраста, самых разных профессий. Но все они одинаково любят цветы. Икебана – это искусство вдохнуть в растения вторую жизнь. Секретами мастерства во время встречи поделилась Ирина Суслова, экс-председатель клуба Икебана. Она рассказала, как продлить жизнь срезанным цветам и провела небольшой мастер-класс. В настоящее время в флористике существует множество техник, которые позволяют создавать цветочные шедевры. Коллажи делают, то есть настенные работы. Работы с живым и с искусственным материалом. То есть это все немного разные техники. Ну, фактически с развитием нашего клуба развивается не только восточный стиль, но еще и европейский стиль. Поэтому стилей сейчас огромное множество, разные очень интересные техники. И можно буквально из ничего сделать какую-то композицию. Раньше клуб «Икебана» объединял любителей, а теперь это сообщество профессионалов. Уровень мастерства позволил клубу «Икебана» вступить в международное объединение аранжировщиков цветов «Артфлора». Участие в многочисленных конкурсах, фестивалях, выставках помогает быть в форме и повышать уровень мастерства. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.